Нет, Фредди, с вами Shadow Freddy. Как же бесит, когда соседи устраивают вечеринки, особенно в 3 часа ночи по какому-нибудь тупому поводу, например, дню жареных отрубей. В общем, добро пожаловать в игру под названием Party Hard, игру, в которой сложно будет только вечеринкам из-за нас. Погнали! Наша цель — прикончить всех и каждого, и при этом, чтобы нас еще не запалили. Так, собственно, я думаю, что... Чтобы сделать так, чтобы нас не запалили, нужно начинать откуда-нибудь, например, отсюда. Итак, что мы здесь имеем? Ничего и никого. Поэтому, что я тут делаю, я не знаю. Окей. Так, спрятать тело можно, можно сломать щиток. А, давай и сломаем, собственно, чтобы был как несчастный случай. Ну, типа так оно и должно было быть, но на самом деле не должно. Так. Кстати, я вижу одинокого человека, так еще и спящего. Прекрасная жертва. Так, поджечь можно. А, нужно бежать отсюда. Так, западло сделали, и я тут никого не буду трогать, как минимум пока, потому что... Вау, вау, все горит, все горит. Так, тише, тише, давай-ка аккуратно будем это все делать. Да, собственно, ничего делать-то не нужно, сейчас все сгорит, хренам собачьим. Почему я не хочу никого убивать здесь? Потому что тут окошко. Наверняка кто-то запалит через него. Хотя, вот давай теперь зайдем. Чел, ты куда? Там же горит все. Черт. Так, без паники. Он не запалил. Нас это просто, он кого-то запалил. Что типа там трупешник есть. И полиция, идем. О, поднять тело я могу. Да, я помогаю челу встать. О, видели, я помог челу встать. Так, и, кстати, что плохо, но все-таки придает какой-то чего-то, так это факт того, что у нас не бесконечная энергия. И давай попробуем поднять вот этого чела. Давай-ка отнесем его куда-нибудь в безопасное тихое место, к этому байкеру еще заодно. Так, давай-ка мы вот так вот сделаем, прямо с челом наперевес. Убьем другого чела. И, кстати, быстрее. Это все он. Так, тихо, меня не запалили. Дай-ка мы прикончим еще одного. Так, меня вроде как не запалили. Никто не запалит. Так, хорошо. Я устроился тут клоун какой-то. В прямом смысле этого слова. И давай-ка попробуем его шваркнуть. И его шваркнуть. Слушай, тут хорошо прям. Но, кстати, полиция, он звонит в полицию, но, надеюсь, ничего плохого, типа, в этом не будет. Он же не видел то, что это мы именно конкретно. А мы тут пока помогаем девушке, да, мы ее переносим в безопасное место, чтобы она оттрезвела и на утро была как огурчик. Так, нужно подойти ближе к жертве. Не надо тут уже никого убивать таким негуманным способом. Лучше мы зайдем сюда. Так, давай-ка быстренько зайдем и выйдем, как ничего не бывало. Да, полиция, все хорошо. Офицер, вы должны это видеть. На самом деле, да, я думаю, что не страшно, если мы кому-то... Если приедет полиция и... Не поймет то, что мы убийцы на самом деле. Ну, по факту же, так оно и есть. Диджей, врубай музон, ты чё? Так, короче, могу ли я что-то сделать? Испортить колонку. Давай испортим. Ну, и всем плевать вообще. Могу еще и сломать тут огнетушитель прямо перед копом. Вообще всем наплевать. Вау! А вот это было весьма эффективно. Мне закинули кучу убийств. Так, убито людей достаточно неплохо. И, кстати, что прикольно, так это то, что никто не уходит вообще. Сломать могу. И всем плевать. Абсолютнейшим образом. Так, давай-ка вот так вот. Ой. Так, все нормально. Давай срубим дерево и... Офицер, все хорошо. Все нормально, да, дерево. Само упало дерево. Я вообще не в курсе, как это все работает. Дерево, оказывается, могут падать, так еще и сами по себе. О, капкан. А что он тут делает? А главное, кому он тут нужен? Так, я не знаю, правда, кому. Но давай-ка мы поднимем тело.
и попробуем его. Не знаю, можно ли просто так выкинуть тело, но давай-ка мы сделаем это, спрячем тело. Хотя, смотри, как сделаем. Хопа, хопа. Так, нести тело. Быстрей, 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 чтобы вот этот челик снизу в коричневом одеянии меня не запалил. Так, быстренько, быстренько. И, кстати, тут же ж... постой, тут что, сломано окно? А, не, можно пролезть. Окей, но я думаю, что мне не нужно. Я и так уже скоро совсем справлюсь. Вот. Видите? Видите? А вы не видите, молодой человек, почему-то мои потуги в плане попыток вас убить. И, кстати, нормально я справляюсь. Я уже даже больше половины убил. Ну и, собственно, оканчивать это дело нельзя на такой простой ноте, как просто половина людей. Потому что, камон, еще осталось, ого-го, 47 минус плюс 26. И в итоге математика не мой конек. И, черт, он заметил труп. Но он не заметил то, что это был я так понимаю. Нет, он заметил, черт, нужно бежать, куда, что делать, куда прятаться. А полиция, а все, что вы сделаете? Я продолжу убивать. Что вы сделаете мне? Сантехник, постой, там Марио. И что-то произошло, постой. Привет, Марио. Я тебя? Окей. Он... Что он делает? Он пинает дерево? Не надо. Он заделал мне пароход? Окей. Надеюсь, это мне не помешает. Так, главное отойти от тела. Как минимум, отойти от тела. И, кстати, копы какие-то вообще пассивные. Они пришли и ушли. Так, давай-ка мы быстренько... И побегали. Побегали мы отсюда, чтобы еще одного... И все. И вот так и надо с этим расправляться. Так, теперь давай-ка мы пойдем в тусу. Вот как мне избавиться от всех сразу, честно говоря, я не знаю. Не знаю даже, как предположительно это сделать. Может быть, какой-то ловушкой. Во, сломаем плиту, чтобы этого чела от, так сказать, отвести. Отвести его счет жизни. Так, давай-ка мы быстренько этого чела... не будем лучше трогать. Давай-ка мы прищучим вот эту подругу. И не прищучим, потому что тут у нас газетка. Газетка. Поставьте пиццу, чтобы заманить людей. Полезная газетка, а главное, какая хорошая. Добрый день, полицейский. Надеюсь, у вас хороший день. У меня все тоже очень хорошо. Да, конечно. Так, можно, кстати, подняться тут, то есть пролезть, как в том проходе, где нам Марио забаррикадировал, который нам Марио забаррикадировал. И, кстати, там видно чел какой-то справа сверху, он что-то делает, не знаю, у него какая-то шкала, точнее. Но, надеюсь, она особо не повредит. И окей, надеюсь, никто не против, если я помогу челу отрезвиться. Что, хорошее дело. Так, давай-ка мы... Вот так вот все сделаем, тихенько и аккуратненько. Так, чтобы никто, как говорится, чтобы без шума и пыли. Так, быстрее прячем тело. И, кстати, за это дают бонусные очки. Не знаю, имеет ли это смысл в моем случае. Много ли это? 1500? Так, используйте свое окружное ведро. Я прочитала это так, потому что времени на чтение нету. Нужно... продолжать этот массакр. Итак, давай-ка. Я так понимаю, что можно найти какой-то предмет, наверное, и что-то как-то его использовать дополнительно. Но окей. Хотя, с другой стороны, у меня нет никакого инвентаря, нет ничего подобного. И как мне? По одному, что ли? Окей. Так, давай-ка спрячем тело, хотя это не очень рационально, учитывая факт того, что оно будет кровоточить, типа. То есть мы можем закрыть просто дверьку, и никто ничего не увидит. Что очень удобно. Кстати, тут есть один ковбой. Ну что, ковбой? Так, давай-ка мы... Кстати, там можно было что-то использовать. И давай-ка мы вот так сделаем, а этому ковбою вообще наплевать. Окей, поломать книжный шкаф. И это типа будет как ловушка. Ловушка Джакушкира.
Вот так. Давай-ка мы та сделаем. И сделаем ша. Все. И так вот и надо делать. Так. Он нас не заметил. Он нас не заметил. Никто. Все хорошо. Да-да. Полиция с этим обязательно разберется. Обязательно. Обовязково. Как бы сказали где-то. Где-то. А интересно, можно убить полицию? А мне кажется, что я не буду проверять. Что это за чел? Вот видите? У него аж прям красная вот эта его шкала. Так, ну и совсем немного осталось. 6 людей. 6 людей. Ну давай же, чел, там видишь, там тебя поджидают уже в шкафу. Твой лучший друг, который заказал тебе пиццу. Так. Насчет лучших друзей, я, пожалуй, пойду к тому челу, что справа сверху, и доубиваю его. Блин, как-то мало энергии. Мало энергии. Давай, та. И прячем тело для дополнительных баллов, чтобы нам поставили пятерку автоматом за этот экзамен. Так, ну хотя на самой нашей лучшей оценкой это будет здоровый и продуктивный сон. Хотя какой продуктивный здоровый сон? Мы же... Сейчас где-то уже 3 часа, и как бы-то мне... А просто давай, та, ша, да, всем на плевать уже, все, на, так сказать, на чили, на расслабоне. Так, и диджей остался, и еще один чел остался. А диджею плевать вообще. Так, но, кстати, мне не плевать на... факт того, что у полицейских под их носом у полицейских просто брать и убивать всех. Но все, остался только ты, диджей. И под этот музон... Пау! Вау! И у него головешка осталась на диске. Танцуем под музыку, под эту клевую музыку. Итак, у нас есть выбор вечеринок, как их много, но пока что нам доступны только две, а именно предыдущая и нынешняя. Погнали на вечеринку байкеров, я так понимаю. И окей, надеюсь, будет более интереснее. И давай-ка мы сразу просто мое внимание привлек этот бык. И ничего не знаю, бык. Кстати, бык, он же, по-моему, агрится на... Вау, вау, заряд! Нормально, бычок может. Так, давай-ка мы... просто ничего не знаю. Я помогаю людям. Я их отношу, чтобы они поспали, чтобы им было лучше. Итак, давай-ка берем еще одного. А, всем плевать. Так, всем плевать, никто ничего и не видит. Ну вот и замечательно. Так, давай-ка убираем один трубежник, я так понимаю, в канализейшн. И, кстати, тут очень хорошо поставить капканчик. Отравить еду чем? Плевком своим? Фу, блин. И у меня там, не знаю, что, герпес или какой-нибудь рак лица, не знаю, поэтому, наверное, и ношу маску, хотя не, логично, что просто ношу маску, потому что, чтобы меня не рассекретили, не увидели. Так, можно ли, кстати, тут зайти? Да, я поэтому возьму этого чела, бесприданно так возьму и так вот, та, и все, и ничего больше мне не надо. Так, давай-ка еще с одним мы так сделаем. Ну, кстати, прикольный музончик, прям такой драйвовый, чиловый. Меня нашли. Черт, тише. Я танцую с курицами, все. Меня копы поняли, что это я. Черт. А что? О, у меня есть идея. Давай-ка, во-первых, пролезем. Куда, я не знаю, правда. А, к черту это. Просто взял, ушел. Ну, конечно. А почему бы и нет? Так, тут у нас отравленный чел. Марио опять пришел. Так, Марио, лучше бы ты это, конечно, не делал бы, но кто я такой, чтобы мешать тебе? Так, давай-ка мы попробуем что-то сделать с этим байком. А, я уже все сделал. Итак, нас никто не подозревает, с нами все хорошо. Так, и у меня есть идея устроить тут прям такой... Ой,
А, полиция, помогите! Тут какой-то человек просто стоит, чё я? Просто стою. Всё. Типа, чё вам надо? Офицер. Не офицер. Ковбой. Так, давай-ка поможем этому челику пробудиться, так сказать. От сна попасть... Эй, оставь меня. В смысле оставь? Эй, ты чё, меня избил? Я сплю. В смысле, арестуйте этого урода. Не надо. Да, черт, тупая залипание клавиш. Черт, нет, отпусти меня. Блин, и я убил... Ровно 24 человека. Вау, на самом деле быстренько. На этом, я думаю, можно заканчивать. Спасибо тебе за просмотр. И надеюсь, то, что твой сон будет намного лучше, чем у этого чела. Ведь он теперь в тюрьме. До свидания. Увидимся в следующем видеоролике. Пока.